не попрощалась, уходя, пытаясь все начать сначала. Я так хотела улететь и растворить свои печали, что не смогла тогда узреть. Я окажусь в зеркальном зале. Меня кружили города, меняли статные мужчины. Лишь нежный вечер иногда тревожил памятью морщины. И в отражении этих дней я вновь искала вдохновенье. Тонула в омуте страстей, земли не чуя притяжения. Так, облетев весь мир вокруг, вернулась к твоему порогу. Но эхом отозвался стук, посеяв смутную тревогу. Сменил ты адрес и судьбу, все начал с самого начала. Хотела прошептать «люблю», как оказалось, опоздала. Компания ВПК «Подшипник» представляет вашему вниманию «Подшипник 6008-2РС» японской корпорации «G-Tech». Перейдя на наш сайт, по ссылке, приведенной ниже видео, вы можете приобрести данный подшипник или его аналог. А перезвонив по телефонам, приведенным там же под видео, вы сможете услышать наших менеджеров по продажам, которые с удовольствием помогут вам выбрать. ВПК «Подшипник» работает только с оригинальным товаром. Подписавшись на наш канал, вы будете в курсе новинок и особенностей подшипниковой продукции. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, мы непременно вам ответим. Технические характеристики подшипника. Подшипник 6008-2РС. Шариковый, однорядный, радиальный. Закрытый с обеих сторон резиновыми уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой на весь срок службы подшипника. И в дополнительной смазке не нуждается. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 40 мм, наружный 68 мм, высота подшипника 15 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании. ВПК-подшипник, чтобы все у вас крутилось.